мотивация. Привет, ребята. Сейчас Артем покажет, как он тренируется на тренажерах. Ну давай, Артем, показывай. Как ты умеешь лазить на тренажерах? Вот такой тренажер большой. Артем залазит. Настоящий спортсмен. Вот прикол. Прикол? Ну давай, показывай нам приколы. Вот. Первый прикол. Ух ты! Ты ногами не держишься, только руками? Ну, да. Молодец, крепкие ноги. Еще один. Здесь есть на ту сторону на ногу. Ну давай, перелази. Надо вниз спуститься. Спускайся, спускайся вниз. Второй у нас будет не прикол, а буду я прыгать на подушку. На подушку прыгать? Ух ты! Так, давай. Будет по очереди. Ух ты! А вот по веревочной лестнице сможешь залезть наверх? Да. Сейчас мы еще прикол показываем. Ну, давай прикол еще показывай. Думаю, ребятам понравятся приколы. Какой здесь хотел? Ух ты! Вот это да! Молодец! Настоящий спортсмен! Сейчас, настоящая обезьянка Поляна лазит. Молодец! Так, давай, 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 давай. Вот, по веревочной уже тяжелее, да, забираться? Молодец, у тебя получается. Вот. Молодец. Тебе я покатаюсь на койках. Давай. Ух ты. А там качельки, что ли, круглые у тебя еще есть? Покажешь, как на качелях ты умеешь давай кататься? Давай еще прикол покажем. Давай еще прикол. Так. Качели. Ух ты, такие качели теперь. Так. Давай идем на канат. Давай. Ты умеешь по канатам лазить? Нет, давай. Обхватывай ногами. Вот. Получилось. Молодец. Ух ты! Теперь на качелях? Да. Классно. Вот такая интересная игровая площадка, игровой уголок. Тут и шведская стенка, и кольца, и всякие лесенки, и качели даже есть. Очень интересно и занимательно, да? Тебе, Артем, нравится? Да. Ну, здорово. Артем, ну ты молодец, настоящий спортсмен. Ребята, но кто тоже такой же спортивный, у кого есть уголок дома, обязательно напишите в комментариях и поставьте лайк под нашим видео. Подписывайтесь на канал Артем Романов. И всем пока-пока! Пока-пока, ребята!